after that, post it on the internet, no. Programs hacking programs. Why? You know, like, nunchuck skills, computer hacking skills. You ever wonder why fund managers can't beat the S&P 500? Because they're sheep. And sheep get slaughtered. That I love. I absolutely love. I want it. It's everything. They thought that search engines were a map of what people were thinking, but actually they were a map of how people were thinking. Let the hacking begin. Привет! У нас сегодня снова два мемелье, и у нас в гостях Алексей, которого вы, наверное, уже даже знаете. Нет? Не знаю. И у меня возникла идея, что, возможно, нам надо было немножко по-другому разместиться за этим столом. Значит, я предлагаю две шкалы, две градации. Значит, с одной стороны, больше бездева, с другой стороны, больше, значит, технической экспертизы. То есть меня мы там запихаем в самые там такие безнадежные бездевы, которые там не может телефон на андроиде себе взять и там что-то настроить. По центру мы поместим Матвея, который немножко врубается в технологическую часть, но вынужденно бездевит. А тебя, наверное, на этом полюсе как бы мы отправим максимально в умные, а не как бы говорящие. В клетку. В клетку. В техническую клетку. В загонный. Как всегда. А почему ты считаешь, что я вынужден обездевлю? Я не знаю. Может, мне нравится, просто не, у меня не получается. Я помню, что тебе нравилось именно руками, там, например, фермы крутить. Ну, было время, меняется все. А тебе сейчас ничего по технической части не интересно? Не, мне, бля, все интересно. Проблема в том, что, к сожалению, или к счастью, из-за бизнес-активности уделять время недостаточно, технические составляющие не хватает. Попробуй не спать. Мне, когда я планирую день, мне очень помогает не спать. И я деградирую. Я деградирую в техническом плане, в понимании продуктов, вещей, технологий. Деградирую в плане понимания языков. Если раньше там типа мог вообще спокойно себе смотреть на Solidity, да. Я думал, ты про английский язык. Ты деградируешь в плане английского? Не, в плане английского я как раз развиваюсь. А, ну вот видишь, оно что-то за счет чего-то. У тебя хуже. Ты деградируешь по Solidity, но растешь как English speaker. Мем видел недавно, типа, где один украинец пишет, типа, моя основная мова украинская. Ему отвечает русский. Пожалуйста, понимаю, но можем общаться на русском. Але друга JavaScript, тому я спілкуюсь украинскую, это JavaScript. Вот. Поэтому JavaScript второй государственный, ребят. Давай теперь переходим к Лёше. Ты на каких языках любишь деградировать? Деградировать? Я люблю молчать. Значит, когда ты молчишь, потенциально ты спишь. Потому что обычно во сне не разговариваю. То есть каждый раз, когда у нас с тобой конф-кол и ты молчишь, это означает, что ты уснул? На время, на пару секунд. Ну, слушай, тут последнее время... Состояние гибернации, да? Да, мы все говорим про рынок, да, этот рынок сейчас на каждом отражается по-разному. На мне он примерно отражается как 3 часа, 2 часа сна в день. Но я, кстати, вот недавно смотрел интервью Андрея Крани. Я его так посматриваю на протяжении там пары лет, я бы сказал. И у него каждое новое интервью, у него все чернее и чернее, синяки под глазами. И я как бы пытаюсь следовать да, за примером. Ты вдохновляешься его примером. Конечно. Мы тут как раз говорили, вот эфирка, да, вот на фоне вчерашней штуки, я на классик случайно посмотрел, там он за 24 часа плюс 37%, за 7 дней 59%. А там кто-то есть еще? На нем идет разработка? Я не знаю. Я, ребят, вот вспомнил. Это какой-то мне эфир классик, это, знаешь, это какой-то такой оживший труп, который вообще как бы он должен лежать в могиле, а он как-то передвигается. Почему оживший труп? Типа концепция с точки зрения блокчейна и трушности как раз у него... Не, он очень трушный. Правильно, и очень труп. Эфира. Ты можешь мне назвать какой-нибудь проект на эфир классик? Пока не могу, но мне кажется... Любой. У меня есть гипотезы того, когда он этот чейн станет нужным. Все-таки, как ни крути, переход на эфир 2.0 тоже сильно меняет социальное...
там, экономические теории, игровые связи между этими. И он найдет свое применение с Proof of Work и контрактами как раз после перехода эфира. Есть эфир Classic, который появился, мы с тобой уже майнили, он уже на нашем, так сказать, жизненном этом появился, 16-й, по-моему. Я даже поддерживал всеми нашим оборудованием. Я тебе звонил и говорил, надо переводиться, потому что я поддерживал просто эфир Classic с точки зрения... Прошло типа что, 4 года? Ну. Есть экосистема. Держатели токена, есть какие-то торги на биржах, есть люди, которые задействованы в майнинге, и все вот этот процесс, он делает что, прости? Я не знаю. Ты знаешь, что делает эфир Classic? Я не верю в эфир Classic. Я пришел на этот рынок поздно, да, и я даже не рассматриваю вот этих вот игроков, которые были в 2017 году, там, скажем, даже возьмем больших. Вот есть биткоин кэш. Похожая история, как эфир, эфир Classic. Ну, они там что-то делают, какой-то там свой маркетинг биткоин кэш, да, раскалываются, продолжают раскалываться. Как это влияет на саму экосистему, на само привлечение денег? Они просто маленькие, там, к ним приходят, они из этого фондика отщипывают проектик, показывают этот проектик для маркетинга, потом делают новый проектик, просто чтобы оно как бы хоть как-то жило. Согласен, но... Dogecoin уже выше, чем Bitcoin Cash, это раз, а два, между Полькой и Доджем осталось всего 3 миллиарда. А что делает собачка? В копилку полезных проектов. Тузумунит. Нет, собачка растет, да. Мне кажется, собачка — это уникальный по своей роде блокчейн с точки зрения того, что это настоящие деньги в плане неизменяемости правил и прозрачности. Если все-таки на битком мы там инновации там происходят, ну что-то делается, то у Доджа простая концепция. Вот херовый блокчейн, который работает вот так и никак иначе. Я думал, ничего у них ним... концепция немножко другая. У меня думал, там концепция такая, просто забьем болт и ничего не будем делать. А ты так говоришь, это... а ты под эту концепцию подводишь. Так слушай, так это правильные деньги. Вот эта история вот с Доджкоином мне чем-то напоминает историю с сомалийским шиллингом. В общем, в Сомали, как только перестали печатать деньги и пали там центробанки, сейчас сомалийские шиллинги являются хорошим store of value в Африке. Почему? Потому что новых денег не выпускается, вроде бы как, непроверенная информация. И поэтому, типа, цена сомалийского шиллинга там в прошлом году что-то на 50% выросла по отношению к доллару. Да, не крипта, но нихера себе, бумажки, фиатная валюта, государство, которое failed state, стоит денег, растет в цене к доллару. А почему? Потому что люди, осталась какая-то циркуляция, объем, и ничего не меняется. То есть, типа, они все так же используют это как middle of exchange и store of value. И поэтому менялы на разных африканских рынках ценят сомалийский шиллинг, потому что знают, что его примут и без примусу, без принуждения, типа, со стороны каких-то органов. Вот и ценность денег, ничего не меняется, все точно так же. То же самое с доджкоином. На него забили. Нет, это хороший очень пример. На него забили, типа, и он работает по тем же правилам. Ну, то есть, типа, ничего не поменялось. Да, могут инфлюенсеры, как Маск, там, и мы все остальные его пушить и прочее, но от этого ничего не поменяется, кроме цены. Протокол будет также работать. Там и... есть возможность что-то делать вообще, ну, чисто технологически? Его можно там как-то апгрейдить, инновационировать? Ну, вот как с битком, вот, да, все, что можно делать с битком, вот все, что можно делать там. Ну, или с лайтком, вот, если брать лайток, то есть... Еще одна полезная монета, кстати. Не, почему лайток полезен? Это майонетовский тестнет для битка. Ну, это да. Это правда, это типа, знаешь, вот как не зря ж Кусаму делала Полька, то есть они примерно такой же был вижен. У нас есть тестнет, это тестнет. У нас потом будет мейнет тестнет, вроде как уже на реальных деньгах. Мы смотрим, как влияют там экономические, социальные, типа, все это на протоколы. И потом есть Полька. Мне даже концептуально, знаешь, нравится. Давайте выпустим не просто фантик, а давайте выпустим фантик-фантик. Это такая, ну, как бы уже абстракция, да? И потом они, ладно, то, что они его выпускают, ну, почему бы и нет, но он начинает обладать каким-то своим value, он начинает торговаться на биржах, так это очень странно. Почему странно? Это честно. По отношению к кому? По отношению к людям. Они считают, что это ценно. Все, пиздец. Почему банкам можно, а нам нет? Ну смотри, государство выпустило фантик, они потом такие себе на бэкэндик этот фантик типа ложат и говорят, вот тебе фантик с бэкэнда, но жди с ним что-то, тоже еще одна абстракция.
Ну, на самом деле, мне кажется, чуть-чуть грустно, особенно если задуматься про доги. Там, скажем, есть доги, есть лайткоин. И вот сейчас этот Илона Маска, он дает намного больше скачка, да? Чем что-либо. Короче, очень прикольно. У меня есть хобби теперь. Вот, если ты хочешь сильно погрустить или посамобичевать себя, заходишь на свою какую-то самую старую почту и пишешь, например, Полоникс. Полоникс. Или ставишь 16-й год там. Депозит 300 эфиров confirmed. Такой. Вывод, типа, у меня там, я нашел даже вывод, я когда-то с мамой пошел в паб, и чтобы сходить в паб, я вывел 2 эфирки. И это было, типа, что-то 500 гривен, я помню. То есть, типа, выпить сидра и покушать сырных палочек. Это был 16-й, типа, год, по-моему. И, типа, вывел, и сейчас смотрю, там, виздров на 2 эфира, и думаю, хороший был сидер. Слушай, ну на самом деле это не худшая трата, которая может быть в жизни. Ты все-таки, ты как бы этот эфир потратил для того, чтобы получить какие-то жизненные блага. То есть, если бы ты, например, потерял приватники от этого эфира, было бы, ну, намного более обидно. Не хватало даже базовых каких-то концепций сбережения, которых я придерживаюсь сейчас, там, условные, там, десятина, да, там, нам говорили, десятину, там, да, на церковь, не на церковь в себе. На крипту, десятина на крипту. Да, от своего дохода просто десятина, и даже если доход в крипте, да, понятное дело, очень сложно такие моменты оценивать, типа, а что надо отложить, а что это, что я и так крипту зарабатываю. Все просто, на 10%, просто отложи их. Просто вот не думай, ни курс, ничего, просто отложи. Поэтому я говорю, вот ты, например, не в крипте, твоя предметная область не техническая, просто сложно, вот рассказывайте DeFi. Просто возьми 10%, положи в биток и эфир. Кстати, государство опять хочет что-то там про закон про цифровые активы. Не далее, как вчера, они сказали, что все эти депутаты, которые себе задекларировали вот эти бесконечные количество денег в биткоине, у них теперь какие-то будут то ли квоты, то ли подтверждение адресов, то ли еще какая-то невнятная хуйня. Ну, он скажет потом, я задекларирую 100 тысяч мира токенов, заказ на блокчейн 22 килобайта, и все, и будет все по новой. Ты же сам понимаешь, все, ну окей, они там научатся битки, там, лайтки, доджкоины, там, эфир, да, будешь декларировать, там, даже будут проверять. Ну, даже на этом не закончится, начнут декларировать Zcash Monero, окей, разберутся, потом начнут декларировать Tezos, потом начнут декларировать вот эту миру и любую вот, другую вот хуйню. Когда наши депутаты научатся декларировать токены на Tezos'е, вот тогда мы, как бы, скажем, да. Создали NFT-ху Дмитрия Гордона. Ее кто-то кому-то продал. И телебачение Торонто наше тоже продало NFT-ху за 2 или 3,5 тысячи долларов тоже кому-то. Нахуя-то. Нахуя-то. Я не знаю, как это можно откомментировать. Я не верю в NFT. Да я тоже плохо отношусь к NFT. Подожди, я думал, что ты делаешь сейчас проект, связанный с NFT. Значит, что я в него верю. Я его делаю. Не, ну рынок такой, что NFT делать нужно, но мне такой, как бы, callback в 2000-е, вот когда все делали интернет-магазины, вот все сейчас делают тоже интернет-магазины. NFT. Но NFT, да, ничего не поменялось. Значит, вот, какой следующий был хайп, надо сразу наперед думать. Надо создать конструктор магазинов на NFT, потому что те, кто сделали в 2010-м интернет-магазин. Уже Dex Labs, которому я помогаю консультациями на Солане, уже делает конструктор для создания NFT Marketplace. Уже все ходы записаны. Еще и на Солане. BNB какие-то монетки опять сожгла, там что полмиллиарда денег. Этот, IPO-ху Coinbase давайте обсудим. Интересно, что это ж такая веха, ну. Ну, ты знаешь, у меня двоякие чувства. С одной стороны, мне очень приятно, что, знаешь, это день с IPO Coinbase, когда действительно крипта по правилам институционалам показала зубы всему, типа, фиатному миру, трейдинг-платформам, NASDAQ и прочее. Кстати, да, извини, для протокола, по-моему, это тот же день был, когда сеть эфира наебнулась. По-моему, до. Нет, по-моему, вчера наебнулась, вчера, а да, позавчера была. Позавчера была? А, ну да. Ладно, ну хорошо. Да, сегодня, ребят, этот, у нас 16 число, чтобы потом там в таймлайнах не потеряться по видео. Вот, и с одной стороны, очень приятно, что действительно, знаешь, криптоиндустрия по их правилам показала зубы всем, типа, вот показала, что, типа, ребят, наша биржа стоит больше всех, и мы даем, ну, возможности для людей, значит, лучшие. Но с другой стороны, как бы, как криптан, я все равно надеюсь, будущее без таких
гигантов централизированных платформ, через которые государство будет протягивать в нас руки и пытаться держать за яйца. Поэтому вот как бы с одной стороны приятно, но с другой стороны страшно, поскольку теперь это публично регулируемая американская компания. Так они всегда были крысами, которые сливали в налоговую данные по балансам пользователей. И хуже не будет. Крысами были, крысами останутся. Теперь будет, может, еще и забирать. Не только сливать, а и забирать. Тогда люди начнут больше думать про дексы. Да, в этом плане хорошо, да. Наверное, они подвигают adoption. Они взяли на себя 60 миллионов хомяков, а пиздюлят миллионов 20, да, еще 2 придет из них в DeFi, кто еще, знаешь. Вот видишь, а ты волновался за цифры в DeFi, вот уже порешали как бы. Да, ну, спасибо Coinbase. Не, на самом деле, что еще все шепчут про Coinbase? То, что он не прыгнул прям вот так вот, да. Все ожидали, что из-за рынка он прям в небеса. И все такие, коррекция. Ну, это то, что у нас в офисе произошло. А у вас в офисе есть держатели акций Coinbase? Ни хера себе продвинутый офис. Да, ну, нет, не настолько продвинутый, но есть люди, которые читают новости. Так, ну, он же вырос, он, по-моему, там все зеленое. Он вырос, но я думал, что он вырастет чуть по вот так вот, в небеса. Ну, слушай, это ж биржа, да, там... И у них там нельзя воштрейдить, как вот у нас в крипте, там, значит, у меня есть там биржа, там, которая мне пишут, там, типа, у вас там график стагнирует. Я говорю, что вы хотите? Они говорят, надо больше торговать. Я говорю, так это ваша биржа, вам надо, вы торгуете. Еще раз, если мы говорим о том, что люди будут декларировать крипту, ровно в тот момент, когда человеку нужно будет объяснить, что если он купил новый автомобиль, где он взял на это деньги. И если по факту у него нету никакого другого источника, который он может показать как происхождение денег, тогда он может прийти и сказать, я продал битки. И покажет, вот я продал битки, вот я их вывел в USDT, USDT я вывел в крепкую украинскую гривну, и на этот пакет денег я купил авто. Вот так, в такую схему я готов поверить. Пойми, какая проблема в этой схеме, что мы воспринимаем мысль о том, что ты свои деньги должен объяснить, откуда они у тебя есть. Вот эта мысль, мне кажется, она в корне неправильная. И это зависит очень сильно от стороны как бы конфликта, потому что я тебя слышу, я тоже так считаю. Но очень многие правительства в мире считают как бы несколько по-другому. Я считаю, вот эти правила должны быть только для тех же, кто их пишет. То есть, если ты идешь народным избранником, и ты считаешь, веришь, и маркетингом подтверждаешь, чтобы стать депутатом, что ты можешь, ты должен жить по этим правилам. Но оно же так не работает. Покажи всем, что ты такой, а потом, может, и потянутся люди, если вот это будет им захочется. Чтобы так случилось, нужно взять Виталика Бутерина, сделать одну глобальную страну и платить фи в эфире. Да. Вот это единственный сценарий, когда реалистично работает. Да. Виталика Бутерина в президенты. Да, Виталика Бутерина. Император. Межгалактический. Будем эфиром стейкать, голосовать за этот императора эфировской империи. Ну, да, я по-другому, я не очень вижу, как это можно применить на практике, да, там желание декларировать крипту. Ну вот, а ты сделаешь, вот как ты предлагал, плюсик нажмешь в метамаске, вот у тебя уже другой адрес. Не, ну, в конце концов, когда оно возвращается в реальный сектор, можно же как-то... Не, в реальный сектор, ну, да. Тут... А если он не возвращается? Да, ну, почему оно должно вообще возвращаться в реальный сектор? Смотри, концептуально, то есть тут вопрос как бы принципы концепции, которые мне нравятся так же, как и тебе. И вопрос то, что будут делать государства со временем. Да? И я просто говорю, что вот государства со временем будут двигать в сторону, ну, как вот ты вспоминаешь яйца, да, вот я тоже вспомню. Их будут выкручивать. Да. Правильно ли это или неправильно, я даже не задумываюсь. То есть тут не вопрос морали, это вопрос реальности. То есть ты живешь в стране, ты должен платить налог, конец. Вот это все, что интересует государство. И аналитики Мессари назвали главную проблему Binance Smart Chain. Какую? Какую же проблему? Говорят, проблема централизации. Они заметили? Вау, они такие. Слушай, а хорошие, кстати, в Мессари аналитики. В 2021 году они заметили, что Binance Smart Chain централизованная штука. Хотя, ну да, наверное, они мают рацию, как говорится. Я, кстати, мне очень нравится. Я сейчас вот после бриджа на BSC, после торгов на PancakeSwap, я, ну, вам-то уже рассказал, но зрители не знают. Там движ просто сумасшедший. Там прикольнее, чем на Uniswap. Там какое-то постоянно фармилки, покупки, продажи, вольюмы, ликвидные стейкинги. Комьюнити очень живое.
Для меня Binance – это как вот Tron, который сделан чуть лучше. Вот. Ну, потому что раньше вот вся вот эта вот штучка была в Троне, до того, как появился BST, вот буквально год назад, вот вся вот эта вот копеечная штучка. А почему лучше? Потому что они меньше переделывали. Да. Все, ну, потому что Tron сложно. Потому что Tron реально они взяли, переписали Ethereum Virtual Machine на Java зачем-то. Ну, типа, как бы там... Используют другие версии Solidity, все-таки чуть-чуть, чтобы скопировать проект, надо чуть-чуть поебаться. Ну, под типа... другими ты имеешь в виду старое. Там они придумали фризинг, стейкинг. У меня сейчас будет это вот PTSD времен EOS-а. И вот этой всей сложной истории. И вот они сделали вот это. Тогда было модно так делать. Да, сейчас вот Binance Chain, эфир, валидаторы, конец. И оно работает. Да, работает быстро, хорошо. И пользователи играются во все эти штуки. Там есть живые пользователи, там есть какие-то люди, которые покупают, какие-то люди, которые продают. Есть сообщество, которое радуется, когда ты что-то там делаешь. Ну, это прикольно. Ну, это как эфир когда-то. А когда он ничего не стоил, когда отправили. Не, ну так этот BNB-шка 600 баксов стоит, как бы. Ну не, ну BNB-шка, BNB-шка, а фи это фи, поэтому там. Типа, как бы, чем приколен вообще, не зря есть мем, да, вот тут у меня был, где эфирка наливает шампанское с кислым лицом Binance Smart Chain. Как бы, он полезен с точки зрения адопшена новых пользователей. Был бы у нас DeFi, давай все DeFi, не знаю, как называть, на Binance Smart Chain, но был бы у нас он только на эфирке, мы бы вообще тут бы не заметили, ну, прихода такого количества юзеров, ну, действительно, да, мало adoption, я как бы на это жалуюсь, но нормально, то есть все равно хотя бы благодаря Binance Smart Chain люди идут и себе юзерский опыт воспроизводят, они учатся, то есть они дальше будут распространять эти знания, и нам будет же всем с вами легче. Они придут на другие экосистемы, тоже другие чейны. На Tezos. Ну, Tezos придут. Ты думаешь, у меня не приходят? Приходят. Приходят, капец, типа. Мне иногда кажется, что вся маркетинговая компания Tezos держится на Матвее лично. Что ты думаешь, там что-то ребята делают? Просто у меня кошели, мне выгодно, чтобы они приходили. Там уже почти 300 юзеров в день приходит. Скоро будет 10 тысяч. Мы нормально растем. Не-не-не, пока всего юзера будет 10 тысяч. Будет 10 тысяч в день, я буду счастлив, капец. Слушай, ну хорошо, я думаю, столько у MetaMask тоже нет. Смотри, еще раз. Я готов сказать, я не совсем понимаю, зачем как бы нужна экосистема Tezos, но как бы я рад, что у пользователей есть альтернатива, я рад, что они не скоманулись, и я рад, что тебе нравится там девелопить, хотя мне кажется, что девелопить на эфире и BSC с точки зрения адопшена это более перспективно. Ну, мне так субъективно кажется. Ну, посмотрим. Мы посмотрим. Просто как бы я не вижу конкуренции чейнов, как я говорил. На самом деле чейны там не могут нормально транзакции пропускать. Если мы сейчас возьмем 60 миллионов людей с Coinbase и вообще вкинем на хоть первый лист CoinMarketCap во все чейны, будет жопа. Ну, реально будет жопа. Мы эти транзакции не обработаем. Ну, то есть все чейны взять, по всем равномерно распределить, будет жопа. Поэтому я, ну, то есть тут нет конкуренции. Просто что это другой подход. Другие юзеры или те же юзеры, на которым нужны какие-то другие штуки. То есть у меня будет своя аудитория, она там будет, может, изолирована, может, не изолирована, это не важно. Это еще зависит от того, какую мы политику построим, какие проекты. Мы запустим, да. Bridge to Tezos coming soon. Да, Bridge скоро будет из ERC-20 токенов. Скоро. И, возможно, мы какие-то коллаборации сделаем между нашими проектами. 100% сделаем. У нас как бы проектов, сколько ты говоришь в пайплайне? 15? Ну, видимых. И со всеми коллаборации. И у меня 5. Смотри, сколько можно там вот так вот. Партнер. Я партнер. Я не халявщик, я партнер, ребят. Мы будем что-то разыгрывать сегодня? Разыгрывать? Но у нас на каждом рубрике 2 мемели, мы в конце что-то разыгрываем. Обычно это делает гость программы. Но если ты как бы не хочешь никого разыгрывать... Я не верю в шутки. Мы здесь не шутим, мы здесь не разыгрываем. Нет, ты можешь разыграть футболку Прагма. Футболка Прагма? Так это единственная футболка Прагма. Но я здесь сначала сделаю ее NFT, а потом разыграю. А ты не хочешь сделать... Уже была NFT. Давай футболку напечатаем еще одну и разыграем за лучший комментарий на YouTube. Окей.
Ношеную или новую? Не, ну лучше новую. Но ты выберешь сам комментарий, который тебе понравится. То есть это будет очень так демократично. Ты просто скажешь, вот этому даю футболку. Просто любой. Мы можем разыграть это вакансии в компании. То есть мы разыгрываем среди разработчиков. Я себе разыгрываю. Я думаю, среди разработчиков похуй на этот ролик. Среди разработчиков скажет, иди нахуй вообще отсюда. Пошел вон, пес. Не, он просто скажет $10,000. И ты ему скажешь, да пошел вон отсюда. Мы очень-очень-очень рады разработчикам. Вы нам, пожалуйста, пишите, потому что мне вот Матвей сказал, что он, приходя на 2 мемелье, уже нахарил народ. А я как бы тут сижу, и, видимо, никто не знает, что мы вообще кого-то хайрим. Это как бы... А, наш... видишь, да? То есть да, я первый начал. Ты первый начал, но мы их потом поделим. Мы тоже, ребят, все так же хайрим. Там продукты, там разрабы, может, кому-то хочется на тезисе себе пописать. Поэтому мы как бы среди тех, кому мы схайрим, мы разыграем живые деньги. А футболку давайте, может, хотя бы какой-то топик придумаем. Просто типа... У тебя есть вопрос, на который ты бы хотел получить от аудитории, типа Crowd Intelligence ответ? Будет ли через месяц биток по 70? Хорошо. Вот за лучший ответ на этот вопрос. Мы скажем, вот этот комментарий выиграл, он пришлет свой размер, и мы ему сделаем футболку в его размере. Это будет наш. Cool. Окей. Все, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на Sexy BTC. Подписывайтесь. У Прагмы есть твиттер? Да. Подписывайтесь на твиттер Прагмы. Ты хочешь, чтобы они подписывались? Конечно. Будет 3 человека. Подписывайтесь на канал Криптохомяки. И Всратый биткоин. Все, всем спасибо, ребят. Увидимся спасибо. Там, как у нас там получится. Когда-нибудь. Обычно, да. Все, как пока. Обычно. Пока. Привет, земляне. Готовы к безумному взлету? Пристегивайтесь, полетели. Глобальный хакатон Solana стартует с призовыми и грантами до $1 миллиона. После успеха своего DeFi хакатона, Solana Foundation объявила о запуске глобального хакатона, посвященного Web3, DeFi решениям NFT. Хакатон Solana Season будет проходить в течение 3 недель, начиная с 15 мая, и открыт для команд со всего мира. Среди ключевых партнеров хакатона присутствует и один из ведущих разработчиков, ораклизованных ончейн-систем кибербезопасности HAPI Protocol. Проект выставляет свой пул задач для участников хакатона и выделяет отдельный грант в размере $25,000 для лучших решений. Как заявил один из соучредителей HAPI и по совместительству, судья хакатона Solana Season, анонимный хакер Дон Омара, отвалите, мне некогда. Придумайте сами что-то. Блин, ладно. Мы готовы вырастить новое поколение проектов и выбираем Solana в качестве базы для развития нашего продукта. Вы пристегнулись. Тогда поехали.